Сокол. Красивая и благородная птица. По праву считается самым быстрым животным на Земле. Охотясь, соколы способны развить скорость полета более 320 км в час. Соколы – прирожденные охотники. Они стремительны в полете, сильны и выносливы. Кроме того, исследования ученых доказали, что соколы – одни из самых высокоразвитых представителей пернатых. Сокол – прежде всего хищник, и успешным охотником его делают мощные крылья, сильная мускулатура и крепкий острый клюв. Размах серповидных крыльев птицы достигает 120 см, что вкупе с хорошо развитыми мышцами туловища создает прекрасные летные характеристики. Тело сокола немного вытянутое, хвост поперечно-полосатый, достаточно длинный и имеет закругленную форму. Этот крылатый хищник обладает очень острым зрением, которое помогает ему выслеживать добычу, находящуюся даже на большом расстоянии. Здесь провели эксперимент. Гонка автомобиля против сокола. Ручную птицу завлекал специальной приманкой, находящейся в машине, человек. И вот гонка началась. Сокол все ближе и ближе подбирается к машине, но периодически чуть-чуть от нее отстает. И вот, поравнявшись с автомобилем, птица наконец-то хватает приманку. В этот момент скорость была 58 миль в час, а это 93 км в час. Посмотрите, с какой скоростью сокол атаковал эту утку. Буквально один миг, и птица делает смертельный удар. Утка даже не поняла, что произошло. Здесь сокол выбрал добычу покрупнее. С высоты он приметил зайца и атаковал его. Заяц заметил опасность слишком поздно. Только он ринулся убегать, как птица нанесла неожиданный и мощный удар. После этого сокол разворачивается в воздухе и спокойно настигает оглушенную жертву. Этот сокол охотится на фазана. Хищник развивает большую скорость и атакует. Фазан падает на землю, и сокол тут же настигает его. Фазан крупнее сокола и отчаянно сопротивляется, и какое-то время избегает когтистых лап хищника. Но длится это недолго, и вот сокол одерживает верх. При пикировании сокол складывает крылья, и в таком положении его скорость может достигать 300 км в час. Его жертва просто не видит опасности, а когда замечает, становится уже слишком поздно. Эта утка была обречена. Здесь сокол тоже нападает на жертву с высоты. На такой скорости легко промахнуться, и хищник с первого раза не достает добычу. Но вот он делает второй заход, который оказывается удачным, и жертва оказывается в когтях сокола. Защищая свое гнездо, расположенное на берегу моря, сокол атаковал пеликана. Пеликан намного больше и тяжелее нашего героя, но ему это не помогает. Сокол действует как истребитель. Резко маневрируя, он атакует большую птицу, и та камнем падает вниз. А здесь сокол охотится на голубя. Казалось бы, голубь должен быть легкой добычей, но он на удивление ловок, и во время атаки сокола резко уворачивается от удара. Эта погоня длилась довольно долго, и, к сожалению, видео обрывается, и неизвестно, поймал ли хищник этого быстрого голубя или нет. Когда сокол утоляет голод, ему лучше не мешать. Но собака не знала этого, и хищная птица преподает псу хороший урок. Hey, come back here!